смотрю на интернет сейчас, вот педагогов, и он переполнен звездами. Значит, звезда там, не знаю, Иванова, Петрова, Сидорова. Вот, ну и, разумеется, сторонники, поклонники. Вот, я вот какая мысль пришла в голову, что столько лет уходит на то, чтобы из нас сделать вундеркиндов, которыми мы не являемся. И, разумеется, не став вундеркиндом остается огромная оплеуха на всю жизнь. То есть, ну как же так, не оправдал надежд. Ну, или хотя бы как-то, ну, дурачки записали, так или иначе, да? Не сдал тех минимум, не сыграл хорошо, Скрябина. Вот. А, ну, короче, нам как бы дали огромный там грузовик нот, а вы пришли столько там с рюкзаком. И, разумеется, грузовик в рюкзак не засунешь. И, ну, как бы рюкзак остался забитым. То есть мы уже знаем и про длинные арпеджи, и короткие, и группная форма, и сольфеджи, и диктанты, все пишем, да? А вот как учить, нам дали какую-то там, не знаю, там инструкцию, знаете, как вот приходит к вам, там, не знаю, ну, не знаю, там пылесос, и там какая-то бумажка лежит. Как этот пылесос включать? Начинаешь думать. Тут даже вот приходят эти вот маленькие такие пропеллеры, роботы летают, знаете, там такие вертолетики, тоже там инструкции какие-то непонятные на китайском, на японском, на английском, на русском. Сидишь, читаешь. Вот то же самое. Нам дали какие-то очень долгие знания, которые, говорю, грузовик знаний, которые вместились только в мешочек, потому что, во-первых, ну, не хватает, конечно, 10 лет. Нужно там играть, не знаю, 40 лет, чтобы переиграть всю эту музыку. Опыта не хватает, уверенности в себе не хватает, разнообразных учителей не хватает, сцены не хватает, тупо не хватает, где играть. Мы же нигде не играем. Но, тем не менее, грузовик привезли, да? А как учить? Как учить детей не научили? Я вспоминаю, как мы начинаем учить там, не знаю, там, ну ладно, забудь про годы, когда мы учимся. Просто мы выходим и начинаем работать там, не знаю, в ДМШ или частным образом. Это как, я не знаю, как будто называется, например, военная база, да? Нам дают патроны, не знаю, там штуки 5 патронов, и говорят, беги там, тебе нужно там перенести какую-то там передачу в другой штаб. И ты начинаешь ползти, не ползти, думаю, господи, как ползти, как отстреливаться или там отлежаться, кинуть гранату, бежать или там, я не знаю, прикинуться своим. Мы ничего не знаем про детей. Ну ладно, еще там, не знаю, если у тебя сестренка маленькая, ты там уже знаешь, там, какие мишки она играет, каких там юникорнов она любит. А вдруг ты мальчик, а вдруг тебе, не знаю, там, девочка, которая вообще отрезана всякие там, не знаю, уси-пуси. Ну никаких вот чувств к детям нет. Знаешь, сидит перед тобой человек, и нам же никто не научил, как дробить материал на маленькие кусочки. Ну, максимум, что мы помним из наших уроков, что нас кричали, ноты кидали, ты шел заниматься, тупо выучивал, если хорошо выучил, молодец, если нет, иди нафиг, иди вон дверь с той стороны, закрой и не позорься. Вот, поэтому никто не научил нас, как учить. И вот сейчас нам 47 лет, или там, ну, не знаю, 37, не знаю, 32, неважно, и мы сидим на чьих-то веб-сайтах, на чьих-то там, не знаю, фейсбуках и учимся, как учить учеников. What the fuck? Это же то, что мы должны уметь делать. Если мы учителя, нам школа должна была, не знаю, например, 40% дать нам, как играть, а 60% как учить. Потому что, конечно, 100% пианистов нам... А мы вообще никому не нужны, как пианисты. Вообще никому. Никому. Мы пойдем на лайнере играть. Нам не нужно там Шопена шпарить. Там нужно какую-то там популярную музыку. Мы идем в какую-то там, не знаю, в церковь. Нам просто какие-то гимны играть. Мы идем в ресторан, там, ну, не знаю, куда там, не знаю, вальс Шопена. Все. Нам больше ничего не надо. Нам кто? Что, оркестры выдают каждый там, месяц по человеку может играть с оркестром? Нет. Нет. Ты проживешь всю свою жизнь, ты, может быть, можешь играть с оркестром, но никто тебе оркестра не даст. Сцену не даст, ну, к тебе, не знаю, как бы, вот есть там где-то там какие-то звезды, вот они ездят и ездят, уже лысеют, стареют, не знаю, до последнего, так сказать, дня будут играть, а нас никто слушать не будет. Поэтому, говорю, зачем нам грузовик привезли? Нам не нужен был грузовик, дайте нам знания, как учить, понимаете? То есть, получается, мы поползем по этому полю, перестрелка. Дети от нас уходят, взрослые нами недовольны, мы не можем как бы цены поднимать, мы не знаем, как себя рекламировать, мы не знаем, как объяснить там левая рука тише, начинаем заводиться, кричать, да?
Ну, не конечно, кричать, но удовольствия от этого нету. И вот сидим, я не представляю, что сейчас мы сидели и думали, так, я где-то на какой-то страничке на Фейсбуке видела, как там Иванова Татьяна Петровна играет гамму до мажор. Я слышу, что 1, 2, 3, а потом она делает 1, 2, 3, 4. Мне кажется, это гениально. 1, 2, 3. Ребята, пойдемте посмотрим, как Ирина там, Петрова Иванова сыграет гамму до мажор. Она учит детей. По идее, мы точно так же должны учить своих детей. Ну, и реально, нас должны научить в школе, как учить детей. Как бы наша профессия ведет вот именно к преподавательству, преподаванию. Ну, может быть, кто-то из нас станет композитором, кто-то из нас станет там, концертмейстером, кто-то из нас станет солистом, но 95% станут педагогами. Научить, дайте нам грузовик знаний, как преподавать детским школам, как преподавать, не знаю, училищу, чтобы мы сразу вышли и сразу смогли. Мы же можем открыть ноты, сыграть фугу Баха. Почему нам дают ученика, а мы такие сидим, думаем, так... А с чего начинать учить взрослых? А где ноты взять? А если у него были знания до этого, а сейчас он начинающий или не начинающий? А если мальчик на полу лежит, и он не хочет встать, что? Сказать гиперактивный, сказать, мальчик, иди отсюда. Или как-то его там, может быть, конфетку дать? Наверное, сесть поиграть для него. А что сыграть для ребенка, который лежит на полу? Наверное, Чайковского «Болезнь куклы», а потом похороны куклы, да? Ну, вообще, вот я вот посмотрела, мы вот после всех этих лет мы ТАРС по ДМШ, после этих бесконечных учеб в разных ДМШ, центральных, нецентральных училищах, мы можем открыть ноты, сыграть DBC, но посадить перед нами нового ученика, и не факт, что мы с первого урока, как, знаете, как вот летит муха, мы чух рукой, и все. Не факт. Не факт. Вот в этом, я считаю, проблема в образовании.